С 15 по 16 марта текущего года во всех налоговых инспекциях страны проходят Дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Новочебоксарск не исключение. 15 марта уже с утра налоговую инспекцию посетили более 100 налогоплательщиков. Я вот узнала из средств массовой информации, что в налоговой инспекции сегодня проводится день открытых дверей. Решила предоставить декларацию и получить консультацию по интересующим меня вопросам. Знаете, декларацию сдала очень быстро, проконсультировали очень доступно, очень профессионально и квалифицированно. Я очень довольна работой нашей налоговой инспекции. Я сюда пришел не целенаправленно, только проходил мимо, смотрю, день открытых дверей и решил, думаю, так сразу дам декларацию, справку 3 НДФЛ, ну, квартиру вычту, возврат денег. И в течение каких-то 20-30 минут мне все оформили, все сделали, все. В рамках мероприятия все желающие получают консультацию по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, также местных налогов, порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ, задают вопросы, требующие уточнения, получают консультацию по использованию сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». Для налогоплательщиков нами организовываются лекции на тему порядка исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, порядка применения налоговых вычетов по НДФЛ и порядка пользования онлайн-сервисами, предоставляемыми Федеральной налоговой службой Российской Федерации. Также сориентироваться в выборе услуг и мероприятий на эти дни нашим налогоплательщикам помогут наши специалисты, которые проведут всех желающих в зал ожидания, помогут заполнить налоговые декларации по налогу на доходы физлиц с помощью программного продукта «Это декларация», получить доступ к интернет-сервисам нашей службы. Так, по оперативным данным, на 15 марта налоговым органам принято более 4000 деклараций от физических лиц, из них 30% – от лиц, обязанных декларировать доходы. 132 гражданина заявили о получении доходов свыше 1 миллиона рублей. Уважаемые наши налогоплательщики, не откладывайте подачу декларации по налогу на доходы физических лиц на последний день. Для вас продлены часы работы инспекции сегодня до 20 часов, завтра, то есть в субботу, с 9 до 16:45. Примите участие в данной акции.